Видеть цель, не видеть преград. Губкинец Дамир Ямалетдинов покорил Эльбрус. Высота 150. Что ты говоришь, вот это? Это справа так. Тень от западной вершины. Справа тень. Идея покорить самую высокую гору Европы появилась случайно в разговоре с коллегами. Дамир, хочешь пойти на Эльбрус? Я говорю, хочу. Ну, тогда он говорит, готовься. Я говорю, а что мне готовиться? Просто физически 10 километров в час. Бегать 10 километров в час. Я говорю, хорошо. Ну и плюс тренажерка. И так в течение года я занимался. За спиной крепкий тыл. Жена и два сына поддерживали на протяжении всей подготовки. Даже плакат «Губкинскому 35» рисовали всей семьей. У меня это супруга. И дети помогли это все нарисовать, написать. Их даже подписи есть сзади. Все они мне желали последний день. Предпоследний день, когда вот перед штурмом. Они написали мне. Вместе с Дамиром Ямалетдиновым западную вершину Эльбруса покорили коллега, тренер по плаванию спортшколы «Арктика» Александр Никифоров с сыном. Восхождение посвятили юбилею любимого города. Такому городу не посвятить 35 лет. Я тут 20 лет в этом городе. А нынче город прямо развивается. Каждый день, я вот недавно приехал с отпуска, прошелся пешком. Каждые 10 метров где-то что-то делается. Так правильно сказал Андрей Михайлович, по-моему, весной он сказал, вы приедете и не узнаете город осенью. К этому, вот как не посвятить этому городу? Я люблю этот город. И разве перед такой любовью к малой родине устоит хоть одна вершина? Диана Урмантаева, Сергей Парфимович, новости Губкинского.